Согласно проекту, в Городищенском районе будет возведен комплекс для хранения свежих и производства консервированных, соленых и маринованных овощей. Его строительство рассчитано на 2 года и будет производиться в несколько этапов. Сначала возведение в поселке Кузьмичи плодово-овощехранилища, которое позволит одновременно содержать до 6 тонн продукции, а затем и перерабатывающего завода. Общая сумма инвестиций в данный проект – 300 миллионов рублей. По мнению участников соглашения, введение в строй нового комплекса позволит совершить серьезный рывок в развитии АПК региона. Непосредственная близость к продукции, которая выращивается на нашей волгоградской земле. То есть мы исключаем транспортные перевозки, когда продукция портится. Вот. Из-за ее порчи получается и продукт более худшего качества, а так он свежий. Далее мы задействуем рабочую силу Городищенского района. Переработка вот такой продукции и умение хранить и доставлять самые свежие или переработанные посольные, там, конечно, это шаг вперед, во всяком случае, и для этой компании. Но и мы надеемся, что это пойдет на пользу нашим жителям, нашему населению. Я думаю, ценовые показатели будут ниже, чем они есть сейчас. Ожидается, что с запуском плодово-овощного комплекса объемы перерабатываемой в регионе продукции увеличатся почти в 5 раз, а главными поставщиками овощей станут фермеры и предприятия Городищенского района.